Гимнастика бедренного лифтинга, первое упражнение. Будем брови поднимать наверх. Защип делаем такой большими пальцами. Оттягиваем уголки глаз в положение китайский глаз. То есть такой длинный, растянутый, вот так, да? Растянули, глазки чуть-чуть раскрыли сначала, первая позиция. И сейчас будем прикрывать глаза, поднимать нижнее веко наверх, вот так медленно. Ну, прикрывать, в смысле, это? Прикрывать и удерживаем, удержим, потом верхнее прикрываем. Идем вниз, верхнее прикрываем, удерживаем. Потом позиция китайский глаз. Растянули и начинаем. Нижним веком начинаем. Вверх пошли, пошли, пошли. Держим. Раз, два, три, четыре, пять. Вниз пошли, 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 пошли. Верхнее веко прикрыли. Раз, два, три, четыре, пять. Нижнее веко начали прикрывать, прикрывать. Вверх пошли, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Верхним веком пошли вниз, прикрыли, раз, два, три, четыре, пять. Второе упражнение, сейчас будем ставить стульчики ладони на виски, виски натягиваем диагонально вот сюда. И сначала глазки широко раскрываем, потом все вместе натянули вот так. Раз, глазики китайские прикрываем и вот так моргаем, моргаем, прикрыть, раз, два, три, четыре. Верхнее веко дрожит, мы стараемся прикрыть. Если у вас, например, смотрите, не очень сильно чувствуется напряжение, не очень сильно верхнее веко моргает, надо поближе поставить, самые уголки постараться поставить. Натяжение будет сильнее. Вот так растянули и попробуйте. Из широкого глаза начинаете прикрывать вот так. И верхнее веко дрожит сильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раскрыли. Поморгали и еще разочек можно сделать. Натянули височки, глазик из широкого, начинаем медленно прикрываем, прикрываем и дрожим, дрожим, дрожим. Раз. И последняя позиция. Теперь кладем руку сейчас вот здесь, будем ниже брови. То есть ниже брови это вот сюда. Положили, слегка раскрыли. Здесь не сильно тянем, здесь очень мягонько раскрыли. Прищурили, раскрыли, прищурили, раскрыли. Эта рука, смотрите, позиция этой руки поднимает вместе с этой рукой. Движение руками у нас идет вот такое. Мы поднимаем лоб и поднимаем бровь. Не забывайте, правильное упражнение, когда здесь поднимаются ткани, и здесь одновременно. Итак, подняли, прищурили. Подняли, прищурили. Подняли, прищурили. Подняли, прищурили. И на другой глаз. Вот сюда. Подняли, прищурили. Прям дрожит глазик. Подняли, прищурили. Подняли, прищурили. И подняли, прищурили. Самое главное, чувствуйте, чтобы не было сильное натяжение, не создавайте. Натяжение должно быть комфортное, приятное. По ходу, по свободному ходу кожи.